На сегодняшний день во всех населенных пунктах, пострадавших от наводнения, проходят послепаводковые мероприятия. Хочется отметить, что это повторный процесс, так как паводок дважды приходил в одни и те же домовладения. 2 июня в Майском сельском поселении, в частности в хуторе Красный, проходили подобные работы. Силами экипажа пожарной охраны производилась откачка воды из колодцев. Всего в этот день было обработано 29 подворий. В предыдущих сюжетах мы рассказывали о том, что река Чехрак серьезно размыла дорогу между хутором Красным и селом Унароково. В этот же день на этом участке силами ДРСУ Кашхабского района производились восстановительные работы. Всего было задействовано 6 единиц техники. На сегодняшний день движение на этом участке уже восстановлено. В хуторе Игнатьевске также проводились подобные работы. По словам начальника ОППСЧ номер 5 аула Кашехабль Александра Семенова, за 3 дня было обработано более 50 колодцев. Помимо этого, на момент нашего приезда производилась откачка воды с территории затопленного домовладения. Тот же источник выразил надежду, что все работы будут завершены к концу дня.